холодний, ти вже не один. Dark and Gold Temptation. Не встоїть жодна. Возвращаемся в обратную трансляцию, с вами по-прежнему Донбасс, с вами StarLadder TV, возвращаемся мы на плей-офф про серии 11 сезона. Скорее Faces против команды QuinaTech, 1-1, счет у нас матчи, напомню, кто проигрывает, тот у нас вылетает, все-таки нижняя сеточка, ну и тут все-таки должны быть проигравшие, должны быть команды, которые будут занимать у нас 6-7 место, ну и вот тот самый первый матч, где определится, кто же все-таки займет то самое место, то самое 6-7 место. И как раз мы увидим именно после этой игры, кто же пройдет следующий раунд и будет играть против команды доверия Team, кто же все-таки покинет наш сезон. Ну и будет досматривать матчи все на трансляции. Ну что ж, давайте уже врываться в игру, ну и следить за этими командами. Команды, которые показали, что терпеть кто-то может, терпеть можно и потом выигрывать. Можно просто начинать с хорошего винстрика по смертям, или не по смертям, а по киллам, ну и продолжать наращивать, и все очень даже неплохо делать. Ладно, давайте посмотрим, что и как будет нас ожидать именно на этой карте, именно с периода пиков и банов. Ну и QuinaTech, точнее, начинает на за сторону Radiant. Видим там мы Шейкера и Искрос Мейджа. Ну и скорее Faces, а не же Дайр. Видим Лина и Пудж. Пуджа мы видели от команды скорее Faces. И достаточно... Как же такое слово подобрать? Достаточно отлично, чтобы не сказать слово на А, потом, которое идет Х буква. Достаточно отлично, как раз выходил Пудж от команды Scary Faces против игры Central Уфия, против турецкой команды. Тогда Пудж в качестве саппорта зашел просто на ура. Также была там Лина, то есть это, можно сказать, что пик повторяется, то есть саппорты повторяются. Что ожидать на этой карте, на этой игре, я даже и боюсь говорить, потому что QuinaTech такие у нас ребята, которые, как мы уже видим вторую игру, вроде бы как терпят сначала, потом идет какое-то маленькое раскрытие от них, ну и это раскрытие они пытаются использовать, и достаточно неплохо, кстати говоря, используют ребята, но опять же посмотрим, что у нас тут ожидает. Все-таки это решающая игра, поэтому должны тут команды все-таки показывать все свои карты, все своих любимых героев, ну и любимых в плане того, чтобы хотя бы подходили к каким-то комбо-вомбо, которые, возможно, должны нас радовать или же огорчать. Как кого? Вчера меня команда доверия Team огорчила. Привет Арку, который, опять же, обещал мне Undying'а, но, к сожалению, из двух игр Undying'а там не было. Но зато была хорошая хроносфера от Арка. Привет еще раз ему. Ну, до конца плей-оффа буду напоминать именно про это. Ему пусть знает, чтоб не расслаблялся. Ну ладно, давайте уже начинать. QuinaTech.
видим, Клакверка добрали. Ну и по банам тоже от фанатеков. Давайте пройдемся. Минус Брудмазер, минус Омник, минус Вайпер и Блудсикер. Ну и Скрейф Вейзы забанили у нас Брюмастера, Дивса, Фейслес Войда и Джаггера на данный момент. И Пак сразу же берется для этой команды. Пак, который, мне кажется, неплохо будет уже влетать сюда. Имеется у него Dream Coil, ну и намного как-то проще, мне кажется, давать встанчик стоящего героя, чем входящего куда-то. Я имею в виду стан пролины. Поэтому, опять же, есть герой, который как раз будет собирать героев в одной точке. Сюда бы, конечно же, подошел сюда Faceless Void отлично, но, к сожалению, он находится в бане. Так, ну и Кванатеки. Что себе доберут? Хочется на это посмотреть. Имеется у них оффлейнер, имеются два саппорта. В принципе, медлового героя кого-то можно взять. Ну, против Пака кого можно взять? Даже не знаю. Тяжело сказать. Очень тяжело сказать. Но можно сказать то, что Клакверку будет очень тяжело находиться на ботаме. Так как туда пойдет у нас трипла игроков команды Scary Faces. Ой, на топе я имею в виду. Что-то я перепутал. На топе будет очень тяжело. Или хотя, подождите. Я что-то даже не знаю, куда пойдут у нас игроки команды Scary Faces с триплой. В принципе, могут как и в легкую, так и в сложную пойти. Пуч такой у нас товарищ, который может и там хукать. Поэтому, опять же, посмотрим, как там все будет. Все-таки, мне кажется, все-таки на бодом, да, пойдут у нас. Ну и Пугна залежает у нас четвертым пиком для команды Кванатек. Пугна, которая многое будет решать. За счет как раз своего варда, который он будет ставить. Ну и там, конечно же, кастовать что-то и как-то очень-очень будет сложно. Дестпрофит тем временем залетает четвертым пиком для команды Scary Faces. Ну и что же, последнее стадия банов. Давайте посмотрим, что тут забанят ребята. Не хватает еще Мейнкерри для игроков команды Scary Faces. Минус у нас Draw Ranger. Не помню, к сожалению, кто у нас заходил тогда под Пуджа. Но это была точно не дровка. Ну, не могу я вспомнить, к сожалению. Ну и минус Морф от команды Scary Faces. Ну и что же? Последние пики от двух команд, давайте посмотрим, что это будет и как это будет. Нету кванатеков, к сожалению, бонус тайма, поэтому должны не сейчас очень-очень быстро вот решать, что и как должны они делать по игре, с чем играть и как вообще противодействовать своим, против своих противников. И берут себя Некрофоса. Некрофос. Ну и Хускар ответ. Тут Scary Faces. Боже, что? Что? Как? Я напомню, что это третья игра. Счет 1-1. Кто проигрывает, тот вылетает у нас в плей-офф. А про серии это нижняя сеточка. Ну, ребята, я не знаю, чем ребята думают. Лол. Ладно, давайте смотреть, дорогие друзья. Команда Кванатек за сторону Radiant у нас начинает свою последнюю игру. Возможно, последнюю игру. Не стоит вот этот, возможно, вставлять. Darkness of Enabus играет у нас на Некрофосе. Имхо играет у нас на Шейкере. Тибон на Клакверке. Ахилля на Пугне. Ну и Гедрокс на Скоросмыджи. Вторую игру подряд играет именно на этом герое. Ну и сторона Дайр, команда Scary Faces, Shadow играют у нас на Паке, Абаш на Линии, Стейт на Death Profit, Квиста на Хускаре, ну и Кнарт играет у нас на Пудге, где же Пудж
Ну что же, друзья, дожидаемся мы Абаша, ну и я уже хочу это смотреть, уже нереально. Интересно будет наблюдать за этим. Ну и что же, Абаш, где же ты пропал? Да, беда, беда, беда. Ну, пока могу я вам сеточку показать нашего плей-оффа. Как видим, Скайфейзерс и Фанатек находятся у нас снизу. Ну и выигравший встречается у нас с командой Доверия Тим. Это у нас уже будет завтра, если не ошибаюсь, по расписанию. Поэтому, опять же, смотрим, смотрим и смотрим. За про-серии следим, никогда не забываем. Даже поближе сделаю. О, отлично. Так намного покруче, мне кажется, видно. Ну и следующий матч хочется напомнить, что стартует он 20-сет. Как раз после этой игры матч против команды BBC и Moscow 5 International. Очень дикая заруба. Ставочки мы можете сделать на сайте GamingBets. Поэтому заходим туда, ставим как раз на свою любимую команду. Или на команду, которая должна выиграть, по вашему мнению. Но тоже очень дикий матч. Именно там тоже определяется, кто же у нас поедет на 12-й сезон в Pro Series. Ну а кто же продолжит свою борьбу. Ну и попытает счастье с командой Hawk, House of Gamers. Тоже завтра. Опять же, следите за анонсами. Все у нас будет впереди у нас. Так что, куда не расходимся. Ладно, что у нас тут? Ничего не понятно. Ну вот, Абаш возвращается. Отлично. Круто, круто, отлично, отлично. Также не забываем, что доступен просмотр в Dota 2 клиенте. Заходим мы в Watch, Professionals. Ну и вот она. Вот оно. Вот оно, игра. Всем, кстати, привет, кто в Dota TV. Желаю только наобузить побольше шмоточек. Всяких тимфайтов. Самое оно. Так, ну что же. Опаш, ты ж возвращаешься. Возвращайся к нам. Где-то. Понятно. Пум-пурум-пурум-пурум-пурум. Так, ну талисман уже купил себе стоит. Жесткий. Так, а тут ребята ничего не купили еще, да? Не успели. О, отлично. Пауза отжалась. Поехали смотреть дальше. Такс. Курьер купился. Хорошо. Воли появился. Тут у нас осел. Ну ничего. Вот выиграют про серию. Купят себе нормального курьера. Ребята. С призового фронта. Ну что же. Давайте смотреть-то. На мега-матч. На мега-пике. На двух команд. Ну, опять же, напоминаю, что это последняя игра между этими двумя командами. Именно тут определится у нас, кто же будет вылетать. Ну, а кто же будет дальше продолжать свое сражение в плей-оффе.
про серия 11 сезона. Боже, так штырит квисту. Упоротость. Ладно. Как видим, никаких там стычек не было. Ну, хотя сейчас могут быть. У нас стыченцы неплохие. Ну и хук. Есть! Нету! А, не попал. Ну, был близок. Был близок у нас Экнард. Все-таки попасть, но, к сожалению, никак. Совсем чуть-чуть не хватило. Так бы, возможно, и First Blood бы мы увидели. Так, сверху. Сверху у нас трипла. Все-таки угадал насчет триплы. Сверху. И клокверка. Вместе на одной линии. Снизу у нас Шейкер и Скорос Мейдж. Находится пока что вдвоем Шейкер, который у нас будет фармить. Подождите. Так. Ага, типа он у нас... Что? Что вообще происходит? Лесной Некрофос, Шейкер у нас фармящий. Имха будет у нас, да, в суппорте играть. Что? Ну ладно, мы вчера видели фармящего Шейкера. Шейкер, который показал себя нереально хорошо. Но, к сожалению, его команда проиграла, но... Это уже такое. Это уже не важно. Так. Бадж. В порядке, Хускар уже второй левел. Ну и Кнард. Кнард стоит... Ага, понял, что пошел демаш какой-то. Делает отводик. И отводик успешно у него получается. Так, крипстаты, кстати. Точно. Ну, на мидлейне Пугна против Стейта, я думаю, без проблем. Тут Стейт должен справляться. Хотя, опять же, тот самый Вард, которого нет у Пугны. Все-таки нужно было бы на единичку вкачать бы. Было бы неплохо бы, мне кажется. Маленький-маленький дэмэдж бы все-таки капал на деспрофит бы. Да, в принципе, там еще минус мана залетало бы, так что такое тоже неплохое дело. Так, ну, что-то пассивно играют у нас ребята. С такой даблой саппортов у команды Scarifazes могли бы, конечно, они как-то поактивнее действовать. Что-то, опять же, хотят очень там аккуратно сыграть. Ну, как видим, товар даже не хотят пушить каким-то вот таким образом. Ну, однако, здравствуйте. Пак у нас умирает на ботами. ФБ достается команде Кванатек. В общем, все. На этом можно просто не смотреть дальше. Черт. Так подвел людей. Ладно, Некрофос дальше, у нас лесу, мы видим, находится. 700 голды уже заработал себе в лесу. Дальше стоит без проблем. В принципе, аура там неплохо тоже дамажит крипочков. Ему норм. Ему норм, а нам нет, потому что мы ФБ пропустили. Беда, печаль. Ну что ж, Shadow возвращается на линию. Дальше тут стоит. Опять же, будет, наверное, лезть по тауэр. Все-таки хочет убить он того самого Шейкера. Ну... Опять же, мне кажется, дэмэджа не хватит ему. Такс, на ботами. У нас появляется хоста. Убирает ее у нас Ахиля. Отправляется обратно на линию. ПТ приобретает себе у нас квиста. Тут уже клокверк немножко поближе находится. Ну, хотя тут Лина тоже идет. Должна она сейчас... Нет. Должна она обрезать. Все-таки хочется зайти в бочину, но вряд ли удастся обошу именно это сделать.
У нас Игнар приходит на Гдлейн. Имеется у него смог. Ну и, возможно, сейчас что-то и попробую, да и сделать, или нет. В принципе, очень далеко заходит у нас Ахилля. Ну и... мне кажется, надо было попробовать бы выходить на пугну, но что-то не захотел, как мы видим. Так, четвертый левел у Пака уже. Гидрокс, видим, тоже четвертый левел имеет. Закрывает двоих крипов здесь. Ну и Некрофос. Некрофос, третий левел. Второй пульс имеет. В принципе, норм еще. Ему хватает, видимо. 1200 уже имеет на руках. В принципе, так можно бесконечно стоять. Так. Шиф спрятался от нас. Shadow. Не получил экранболт. Все в порядке. Все в порядке, как надо. Так, где экшен? Где экшен? Вот он, экшен! Взяли у нас Ахиллу на крюк. Ну и подтащили к себе у нас игроки команды. Дайер. Ну и 1-1 становится у нас счет. В матче вот уже скрифейзес как-то начали использовать Пуджа. Хотя бы на мидл вышел у нас Игнарт. Возможно, сейчас опять пытаются как-то забрать. Было бы очень даже неплохо бы. Пак, пятый левел. Ну, совсем скоро будет уже шестой. Ну и, возможно, куда-то пойдет у нас Shadow. Было бы очень даже неплохо бы. Это экшен сотворить бы. Так, высасывает Hellspawn-то у нас тут Ахилля. Ну, 300 хп осталось до спрофит. Не так уж и критично, но все же неприятно. Скажем так. Очень неприятно. Ахилля. Да, ваш получает, а тут пуш! Есть! Есть, 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 есть. Второй фраг для команды Scaryfaces. Опять же, с участием Пуджа это все происходит. И посмотрим дальше. Все же хочется опять же увидеть постоянно какой-то экшен. Тибун, тем временем покупать себе Мидас. Должен, наверное, дальше отправляться в леса. Shadow уже понимает эту всю движуху, которая происходит. Пятый левел у него имеется. Опять же, не хватает до шестого совсем немного. И он находит Тибона. Тибон четвертый левел, уже пятый получает после Мидаса. И Shadow помигал на него, ну и тоже отсюда бежит. Летит. Летит быстрее всего. Все-таки ног как-то нет у него. Тысяча голды. Клакверка. Имеется сапог, но дальше что-то все ничего не покупает. Ракетками пытается подфармеривать как-то. Опять же, не подставляется. Так, тем временем, что у нас тут? Девардинг от Игнарта. И Пудж опять готов выходить. Пудж опять готов выходить, хукать. Третий хук уже есть у Пуджа, ну, достаточно неплохо, я бы сказал бы. Еще один находит Вардецкий. А сразу же его разбивает. Ну что ж, принимает у нас Shadow. Shadow закрыли его, конечно же, Вейшн Сил. Тотем, как же ты выйдел? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, отпивается Сальва, и Арканболт залетает. Ну, еще Тыченца не хватает. Еще один Арканболт идет, есть Shift. Ну, там Ахилля. Там Ахилля, который не забирает фраг, к сожалению. Ну и что же, стоит. Получил бласт в лицо. Ну и восьмой левел имеет экзорцизм, поэтому... может его использовать теперь. Да, капитан. Да ладно. Использовать? Ну, Квиста. Видим, прыгает на Гидрокса, Гидрокс никуда не уходит, а вот на мидлейне, что у нас Пудж занял позицию, находится он с Макевича, ну и ждет, пока Ахилля куда-то выйдет, высасывает тут Hellspawn-то, деспрофит он. То Игнар готов. Игнар, хук, попадает, отлично же, ну и дальше будет идти до конца.
ну, к сожалению, умирает, зато забирает своего товарища, точнее, своего оппонента. Ну и стоит. Есть алтимейт, накрывает его косой у нас выходящий Тибон с леса, ну и седьмой левел уже Тибона появляется. Вот так вот, 4-4. Насчет матча уже. Ну и что дальше, мне интересно будет. Что дальше будет с шейкером, который фармит? Где 200 уже есть на руках. Возможно, блинк подкупит. Да, покупает блинк. Ну и ждем. Ждем, конечно же, вырывов от шейкера, который должен разносить всю команду там. Я на это надеюсь. Тут уже армлет на подходе у Хускара. Это также имеется. Ну и Лина, 6-й левел, Лагуна Блейд имеется. В принципе, у всех все имеется. С этим никак не поспоришь. Так, 6-й левел у Пуджа. Опять же, нужно как-то аккуратнее тут находиться. Потому что у него будет выходить хукшот, мимо. Ну и вся атака сорвалась у команды Кванатек. А так готовились. Так готовились. Ну, Пак приходит на мидлейн. Возможно, сейчас что-то и будут тут делать у нас ребята. Прилетает у нас сюда стейт. Минуты нету еще экзорцизма, поэтому вряд ли пойдут на тавер. Тем временем Квиста забирает один тавер здесь. Дальше стоит на линии. Тут же недалеко у нас Сабаш находится, поэтому, как видим, не так уж и сложно тут все для игроков на топе. Ахиля по таверам забирает крипов. Имеется у него брейсер, имеется сапог, имеется тапок. Тибун приносит себе ПТ. Ну и 8-й левел уже у Тибуна. Так, тем временем Дримскойл был проюзан у нас на Гидрокса. Гидрокс убежал от этого Дримскойла. Ну и появляется сейчас хукшот. Возможно, сейчас куда-то и полетят ребята. Кто-то полетит, кто-то с блинка у нас типа прыгнет. Типа прыгнет. Опять же, сейчас будем смотреть за этим всем делом. Так. Ну, видит, видит пуш нас... этого товарища, ну и принимает у нас шейкера, несмотря на то, что он завязал ультимейт, все-таки убивают у нас шейкера. Мейнкерри в кавычках команда Кванатек. Ну и Кнарт ищет, ждет, пока кто-то подставится. Ну и очень аккуратно, как мы видим, играют. Еще помигали тут на этого Кнарта. Господи. Ужас какой. Так, ну Пугнат. 1000 голды имеется. Death Profit. Летит уже к ней Юл. Юл, Юл, Юл. Пак 1400. Ну и Кнарт снизу. Снизу ждет товарища какого-то. Ну а все товарищи находятся у нас на мидлейне. Четвером именно тут собрались у нас Кванатеки. Ну и что это, попытка забрать кого-то или как это еще можно назвать? Я даже не знаю. Ну, типа того получается. Типа того, тем временем у нас у Квисты проблемы начинаются. Квиста. Ну. На развороте неплохо так накидывает хукшот по Квисте, Квиста умирает. Хотя нет, прыгает еще у нас на шейкера, шейкер у нас выживает, но 1-1, так что размен, Абаша тут загоняет, Абаш, тэп-аут. Нет, не смог. Не смог, ну пуш подходит на мидлейн, Тибон, однако здравствуйте. Так, это называется стейт. Должен тут динайт все-таки тавер. Фук. Непонятно куда. Ну ладно. Ну да. Пугна динайт тавер, к сожалению. Для ребят с команды Scary Faces. Ну и стейт. Много хп высасывают с него. 30 хп у него остается. Банка у него пустая. И пак. Дримскойл дает. Минус у нас шейкер. Сам прячется в кусты. Точнее, в деревья.
Вряд ли это кустами можно назвать. Ну и бежит. Убегает, покупает себе блиндагер. Ну и тут наваливает пока что квиста у нас. Ого. Как же тяжело. Ну да, если башу так проходить, возможно, кто-то умрет у нас. Такое. Ну, доминатор есть уже у Хускара. Прилетает сюда ракета. Видят прекрасно. Тут ребята. Ай-яй-яй. Мистик Флэр очень так неприятно для квисти пробежался. Ну и прыгает Пак. Хороший сайлес по двоим. Пошел у нас экзорцизм, точнее. Господи. Ну и квиста. Армлет подрубил. Ищет кого-то. Ну, находит крипов. Регенится от них. Очень неплохо. Гидрокс. Клакверк. Прыгает на него у нас квиста. Начинает нарезать. Минус у нас клакверк. Да ладно, да. Убирает все-таки. Ну, хукшот дал. Хукшот дал. Просто так не сдался. А хук! Отлично! Кнарт. Опять же, потрясающие хуки. Точно в цель залетает. Летает на шейкер. Минус 2 уже делает. Ну и квиста теряет свой эгис. Поднимает фью у нас фьюл и шейкера. Шейкер. Полстолба уже нету. Ну и шейкер тоже погибает. Минус 4. 4 в 3. Такой вот размен, если считать аэгис у ребят с команды Scary Faces. В принципе, очень даже неплохо. Очень неплохо для этой команды. Ну и там Байтамы тоже появляются. Пугна, видим, купил себе Бимбиказм. Клакверк, что у себя прикупит. Трейсер Боттл. Дальше. Денег нет у него. Беда. Так, ну тут Болт оф Стрэндж, конечно же, на ПТ будет собираться у нас товарищ Шейкер. Фускар. 11 левел, 2300 на руках. Да, 2300, а не 2300. Ну, закидывают под товару, никто его дефать не будет. Хотя имеется глиф фортификации, могли бы, конечно же, полететь. Так. Кнарт. Ну, пытался выцепить. К сожалению, не подставился у нас товарищ. Бывает. Тем временем Шейкера убивает у нас наверху. Игроки команды Scary Faces. Никуда дальше. Ну, питается туда-назад на стейт, не знает, что делать. Так, ну и... Фускар. 300 на руках. Как бы вообще не парится насчет своих денег. А, что-то райт-кликом купил. Райт-кликом он купил тебе ривер и вудстоун. Или просто ривер. Ривер купил. Войдстоун это для блина, да? Где курьер? Курьер. Да, Абаш купил себе у нас Войдстоун на Юлы. Так что такие вот дела мы видим. Так, ну квиста стоит себе дальше. По, на боте по топу будут, наверное, собираться его команда. Ну, идти воевать, наверное. Инчант. Смоки стоит, видит у нас Ахилю. Ахиля может подставиться. Ну. Шаг лево, шаг вправо. Ну, промазал. Не повезло. Что поделаешь. И такое бывает. Так, смотрим дальше, что у нас будет происходить. Абаш улетает на респаун. У нас на ботами принимает у нас квиста на развороте начинает неплохо так дамажить. Ну, попробуй убей этого товарища, этого арблета. Но все-таки да, убили. Лол. Ну, зато забрал шейкера. Нормальный размен. Почему бы и нет. Пейн быстро уже не кров. Сам будет через Академ Саптер идти. Конечно же, хочет лишать своих оппонентов без байбека после накрытия косой. После убийства косой. Будет правильнее сказано.
Ну и Пак. Пак находит у нас Некрофса. Будет ли какая-то атака? Попробовать можно. Ой, не на Крофса, а Пугну находит. Что-то зеленый, так зеленый. Да, Сайленс пошел. Тут же приходит у нас Энчант. Экнар, точнее, даже. Экнар, прости, я уже какой раз говорю на тебя Энчант. В итоге есть фраг для ребят с командой Scary Faces. Что у нас тут по нетворсам? У нас дела какие идут. Ну, первое место идет Хускар, далее идет Death Prophet. Третье место занимает у нас Некрофос, ну и потом Пугна идет. Такие у нас дела. Ну и по графикам давайте посмотрим. Около семерочки где-то находится график за команды Scary Faces по нетворсу, но по экспириенсу возле шестерочки, если не семерочки. Поэтому все отлично у ребят из команды Dire. Дальше они как-то где все больше и больше преимущества набирают. Поэтому посмотрим, что нас ждет дальше. Bloodmail прикупает себе Clockwork, Юла прикупает себе у нас Лина. Ну и ПТ купил себе у нас Пугна. Пугна, а именно Ахиля. Ну что ж, на ботами собирается у нас команда Dire. Будут убивать Т2 Тавр на этой линии. Вот уже столба нету у Тавра, поэтому, я думаю, без проблем сейчас все-таки заберут. Ну, сверху, сверху, сверху тоже хотят забрать один Тавр на сквонатеке. Да, размен товарами у нас идет. Ну и Scarfaces дальше пойдут. Дальше пойдут, имеется там экзорцизм, имеется все, чтобы убить Т3 Тауэр, мне кажется. Да и, в принципе, подраться неплохо. Тоже могут ребята именно там. Да, пошел экзорцизм, глифа фортификации нету, поэтому плохо будет, если, конечно, потеряют. Хотя врывается Гидрокс, сюда же Хаслэм заходит по Квисте, Квисту накрывает косой, но умирает у нас Квиста, да. Тем временем Скоросмыжа тоже забирают у нас игроки команды Дайр, ну и 2 в 1. Пока что размен. Бегут у нас Scary Faces. Нету двух ключевых героев. А есть Энчант. Энчант ловит Фиссуру. Ну, тут все убегают. Тут все убегают. Все-таки кидает у нас Икнара. Икнар-то, боже. Сколько раз я Энчанта уже называл. Ладно. Прости. Икнарт. Икнарт. У нас Ахилля. Ахиллю можно ловить. Ахиллю видели. Кнарт. Есть. Кук. Отлично. Попадает. Ну и минус у нас Ахилля. 11-17. Счет у нас на 22-й минуте. Ну. Т3. 14 хелспоинтов остается. Это можно, не знаю, линии пойти суицид сделать просто в Тауэр. Так. Ну, дожидается у нас Scary Faces второго Рошана. Со вторым Рошаном они, наверное, пойдут на следующий это два товара. Там ничего страшного не будет. Что это было? Что это было? А, Clockwork опять промазал хукшотом. Что-то не очень уверенно играет у нас. Гидрокс. Что же, Шейкер может прыгать. Есть тотем. Эхослам через 2 секунды. Есть Фиссура, ну и Лина. Что с головой? Просто именно это так и выглядит. Хускар собрал себе, видим, Сатаник. Тараску все-таки не решил пойти. Ну, еще, наверное, впереди это все дело у нас.
Так, ну вот, Russian появился, заходят ребята именно туда. Vision имеется, конечно же. Но видели, что куда кто. По-моему, Квиста, что прошел на Рошана кто-то. Ну, что Квиста прошел на Рошана тоже. Есть еще ракетка, поэтому сейчас ребята будут занимать свои места. Вот уже Кнарт занял. Кнарт готов. А, врывается у нас Шейкер, дает Сайленс по Квисте. Ну и... Боже, какая грязь тут творится. В итоге минус Шейкер, минус Клаквек, минус Карас Мейдж. И минус у нас Некроф. А Спугна остается у нас живых. Хотя я бы не сказал, что в живых остается. Поднимает ее в Юлы. Есть Сайленс. Минус Спугна. Минус 5. Минус 5. Тут ребята с команды Скарифызис. Тюнатекам не надо сдаваться. Все, что я могу сказать. Они могут тащить, они могут убивать. Первая игра показала это нам, поэтому все-таки нужно еще раз попробовать. Не надо опускать руки. Все-таки. 1300. У Хускара имеется Айдис, имеется Оверклаб. 16-й левел получил он. Ну, что тут, будет врыв на него или нет? Что-то я так... Нет, не будет. Типа он дальше в леса перешел у нас. Имеет уже Бладстоун. 5 зарядов. Ну и пайпа. Вот Кнара собирается. Кнар пошел у нас вперед. Кнарт. Кнарт. Ну, ждет. Просто ждет своего момента. Ну, не дождался, к сожалению. Переходит у нас, ребята, на топ-линию. Именно там стоит последний внешний тавер. Хотя, конечно же, можно было на ботом пойти, забить, добить. Или забить тавер. На лоу хп. Все-таки ребята не решаются. Шейкер уже с Кристаллисом. Может, конечно же, выходить и убивать кого-то. Ну, тем временем у нас Пак расправляется с Пугной. Это было у нас на топе. Ну, не знаю, что ребята фидят. Зачем, точнее, ребята фидят, ну, такое. Ну что ж, на топе. Карифейсис убивает последний внешний таур игроков команды Кванатек. Сами Кванатеки, два игрока идет у нас под миддл-лейну. Третий ломает на бота мета один таур. Четвертый просто фармит леса. Окей. Окей, ну. Тут на... Т3 заход, говорят. Ну ладно. Есть ли фортификация? Ловят тут Скарас Мейджа. Ой-ой, Мистик Флэр не очень удачный. Ну и Шадоу получает еще один Наркомболт. Все-таки выживает. Выживает у нас еще и Скарас Мейдж. Квисту. Далее... То самое под названием Фиссуру, ну и Квиста. Квиста пока что живет. Хороший хэслэм по двоим залетает. Кнарт вытягивается его тиммейта. Ну и что же, минус у нас Шейкер. Уходит на лоу хп у нас Гедрокс. Проблемы у Тибуна. Тибун тоже у нас погибает. В итоге, что, по-моему, все-таки все тут решено. Стейт начинает у нас драться с Шейкером, который сделал байбек. Квиста тоже тут на подходе. Квиста какие-то ченсы выкидывает. Кнарт, хук. Не вытягивает никого. Ну, в итоге минус топ. В итоге минус топ, прыгает Квиста по Т4. Ну, правда, понимаю, что что-то здесь не так. Уходит он под мистик, с под мистик флэра. Но до сих пор есть мимо Эдис. Как же так?
Как же так получается? Невероятно силен у нас Квиста. Ну, Гедрок зато попадает у нас хукшотом на Баша, закрывает его косой, но это только Эгис. Окей. Дальше. Дальше ребята разбегаются. Все ясно. Ну и прилетает у нас Шейкер. Фиссура. Ну и тоже топ-аут. Тоже топ-аут. Боятся, боятся Квисту. В порядке, Гедрокс пошел вперед, получает бэдмейл. Бэдмейл, беда, поймали тут Ахилю, Ахилю тоже тут, наверное, убивают. Ну, Квиста, боже, какой же дикий тут ДПС дает он. Ну и в итоге что у нас? Имхо выживает, Стейт тоже тут пытается выжить, отбивается батлом. Приходит Экнарт. Экнарт, братан, нету маны на хук, просто Рутан пугает он Тибона. Ну, сейчас отпивается, есть хук. Ну и мигает, убегает, понимаешь, что там без шансов просто против Тибо найти. Хотя есть Виула, есть танчик от Лины, но не по таймингу был запущен. В итоге выживает у нас товарищ. Ну что ж, минус одна сторона есть. Команда Scarefaces. Пока что одни в плюсе. Тут уже Тараска, я вижу, Death Profit с БКБ появилась в русле драки. Gedrox Forstaff, видим, приобрел себе. Ну и что тут, Тибон, 7 зарядов, Ultimate Orb, 2200 на руках. Опять же, на байбек нужно оставить. Пуч заходит на ХГ. Никого не видит. Ну, уходит, расходится тут ребята. Расходится. Гедрокс приходит. Хукшот мимо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, врывается у нас Шейкер. Стоит очень плохо. Прыгает у нас Шадоу. По всем дает Сайленс. Хороший Dreams Coil. Ну и стоит. Пошел у нас экзорцизм. Минус у нас Death Profit. Кнар тоже пытается драться. Выживает у нас Карасмейдж. В итоге минус у нас Пуч. Два минуса делают. Прилетает сюда у нас Шадоу. Ну, пытается тоже что-нибудь сделать. Минус у нас Шейкер. Шадоу тоже умирает. Это 3 в 2 у нас размен. Ну и прилетает у нас Квиста. Квиста уже готов драться. Квиста только дай цель Квисте. Ну, все, конечно же, сделает. Еще Башер себе приобрел. Ну, дикий. Еще бы Абиссал бы сейчас собрать бы. Было бы вообще по красоте. Там 15%, если не ошибаюсь. Нет, 10. 10%. Ну, минус курьер. Рейдиантов 3575. Это что же там покупалось такое? Ну, там Demonage 2400. И что ж там еще может быть такое? Персеверанс, что ли, какой-то? Хотя нет, там... Кольцо. Даже не знаю, что-то... Что-то было, значит. Ну ладно, не суть. Главное, что без Дайдалуса будет у нас Шейкер, это мы точно знаем. Что будет как-то тяжко. 2 минуты еще до курьера остается. До Рошана тоже там несколько там минут, по-моему. А, около тоже 2 минут остается. Ну, идут вперед. Идут вперед у нас команда Scarefaces. Понимает, что одна сторона уже точно упала. Точнее, видят, что одна сторона упала как раз. Denied. Некрофос у нас Т3 Tower. Ну, Квиста заходит на ХГ, начинает фокусить сразу же милишный барак, ловит фиссуру, 2 игрока команды Scarefaces. Ну, БКБ подрубает нас Shadow, насчет Dream Coil, да, дают Dream Coil. Ну, Квиста просто рубит
себе барак. Кто ему даже не мешает это делать. Но все-таки, да, в драку вливается. Минус у нас Имха, минус Клокверк, Имха байбэк. Шейкер пока что у нас находится под ГОСТом, тоже он умирает. Ну и Квиста под БКБ дальше начинает разваливать команду Монотек. Минус уже 4. Был один байбэк сделан. Ну и Good Game наконец-то пишут у нас игроки команды Квантек. Не удалось им, к сожалению, как-то дальше пройти, дальше выиграть следующую игру. Ну и... Боже мой. Квиста вообще бешеный. Не удалось, к сожалению, да, Квантекам выиграть у нас эту игру. Занимают они седьмое... Шестое-седьмое место. Ну... Поздравляем их с этим местом. Увидим их, конечно же, в следующем сезоне. Надеюсь, ребята все-таки соберутся. Как-то покажут себя с лучшей стороны. Хотя и так неплохо Квантек играют. Все же в этом сезоне только они попали у нас в про-серию. Напомню, что в 10-м сезоне команда называлась The Stars, которая выиграла аматорскую серию. В 11-м сезоне мы увидели их в... В 11-м сезоне про серии, ну и, как видим, уже в плей-оффе они до плей-оффа дошли. Причем очень уверенно, как видим.